Господа, дамы, с вами Стар Троглодит, сегодня инфернальный Троглодит, и мы играем в третьих героев. Мощный Джебус Ауткаст против долгожданнейшего Триландера. Посмотрим, не растерял ли он навыки. Правила классические, но играем без городского портала, а вот совсем. Это снижает абсолютную необходимость брать магию земли, добавляет динамики и эдакого фатализма. Вышел в сокровищницу и все, домой-то уже не вернешься. С чем пошел, с тем и встречай врага. Жизнь демонических владык на нашу с вами не похожа. Достаток, вечная молодость и почти полное бессмертие через круг огненных перерождений. Буйные пиры с чаровницами-суккубами и неспешные беседы с философами, писателями и духовными лидерами, собранными со всех времен и народов. Ох, мне бы туда на денечек, но, увы, в мозолистых руках моих тяжелое кайло, и шахты зов в ушах звенит доколе. А жизнь-то меж тем поменять становится все проще, и помочь в этом может Питон, то есть Python. Язык программирования, пожалуй, лучший для старта работы в IT. Пушуют бури и шторма, а у программистов зарплаты только растут. Почему учить лучше именно Python? А он самый понятный и приятный для новичка. А еще он незаметно выглядывает на вас из половины приложений в вашем телефоне. Язык популярен, а значит, любой вопрос уже 100 раз разобран на многочисленных форумах и чатах. Учиться еще проще. Однако и в учебе нужны толковые союзники. В Skill Factory на курсе Full Stack разработчик на Python научат сразу двум языкам: JavaScript для оболочки проекта и, собственно, Python для его горячего сердца. А это, получается, станете Full Stack разработчиком с готовым портфолио работающих веб-проектов для будущего работодателя. Тут дают теорию и сразу закрепляют практикой. График можно построить под свое удобное время. Главное — сдавать задания вовремя. Как завершите курс, у Skill Factory есть карьерный центр, который поможет с резюме и поиском новой работы. Ребята очень заинтересованы, чтобы вы стали востребованным программистом. Их бизнес на этом строится. И вообще, наблюдаю за Skill Factory давно. Дело свое знают, подходят серьезно, денег своих стоит. Ну и отзывы в интернете тоже соврать не дадут. А питонистам нынче хорошо. Средняя зарплата 130 тысяч рублей, часто удаленка и работа в сфере, где кадровый голод заложен лет на 50 вперед. А еще будет возможность творить, забацать своего телеграм-бота, крутой сайт или, да чем Ксерон не шутит, игру в стиле любимых героев. Ссылки на Skill Factory в описании, ознакомьтесь и решайтесь уже сейчас. Для своих скидка аж в 45% по промокоду TROGL. Обучайтесь новой профессии и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. И есть еще одно развлечение – охота. Сначала выбирается непростая цель – дракон, там чудище или герой какой, без страха и упрека. И за головой того существа отправляется один из наших владык. Ну, тот, который недавно переродился и, стало быть, в силу еще не вошел. А остальной народ демонический на это представление через шары магические смотрит и радуется. В этот раз черед на охоту идти выпал на Калит. И многие были рады такому разнообразию, ведь она одна из немногих любила охотиться на нежить. Мертвяки, ну вы же знаете, они как пни трухлявые, гнилые, противные и зловонные. Хоть бы и за драконом призрачным, а и то охотиться побрезгуешь. А Калит по секрету последнюю 1000 лет к сере пристрастилась и так свой нос замарафетила, что уж давно никаких запахов не чует. Мертвяк так мертвяк, а мне все потеха. А мишенью был выбран, вы не поверите, 1000-летний лорд Вакиал. Ставки были высоки, а представление ожидалось многообещающим. Группа султанов-ифритов прямо рядом с замком охраняет золотой куб судьбы. Там явно что-то хорошее. В Аждене построили демонов, в Канденте префектуру, и отправляемся за славой, золотом и могуществом. Давайте, наверное, в сторону нашего второго замка увеличим армию. Так, а здесь 20-49 духов.
Вообще, в Инферно нежить не очень любят. Да и охраняют они вполне себе приличные вещи. Ящик Пандоры и жилище рогачей. Жучар. Многовато. Автобой подсказал, что у нас ничего не получится. У духов очень высокое значение Одина. Гоги. Очень высокое значение силы с точки зрения как бы игры, да, то есть, ну, потому что они летают и регенерируют, это вообще нежить, третий уровень. Ну, на самом деле, характеристики у них достаточно слабые, ну, прям откровенно. Поэтому будем надеяться, наших сил тут хватит. Ну, или будем терять всех, я не знаю. К сожалению, стрелка поломана, но я не хотел, чтобы они отрегенерировались полностью, поэтому вот счел правильным именно так. Отманивающий бес, ну, даже старшие демоны очень спокойно относятся к смерти, понимая, что это лишь начало. В этом, кстати, мы с нежитью сходимся, но, понимаешь, наша жизнь после кончины, да, это огненная ярость и перерождение, это жизнь, самое яркое его проявление, понимаешь? А у нежити, ну, это жалкое подобие. Это да. У Калида есть в книге заклинаний сразу же ускорение, которое, в принципе-то, запрещено на Джебу Саудкасте, чтобы вы знали. Но за это Калид платит дорогую цену. И вся посидела аж. У нее есть совершенно бесполезный навык. Это обучение, которое увеличивает опыт получаемый. Ну, ничего не изменилось даже в Хоте. Это неправильный, пустой, нехороший навык. Невозможно получить там дополнительный из-за него уровень, вот, а требуется на него аж 3 слота умения. Демонов, которых я уже как-то мысленно, ну, решил собирать, там, не знаю, под сотню, как обычно, вот их, к сожалению, грызут призраки. Собаки. Но вот собаки нормального третьего уровня, демон вообще четвертого. Гогов закрыли. Что же делать? Ам или гав, или как правильно? Ну смотри, сейчас все поджидают, да? А, даже так. Нет, я-то хотел как раз врезаться кем-нибудь и освободить гогов, а они, видишь, ну как-то вот сами отошли. Мне это нравится. Слушай, а как насчет вот так вот, если сделать, например, да? По идее, хоть кого-то мы, да, отманим. Да? Вот, отлично, отлично. Слушай, ну на самом деле я рисковал. Надо как-то вот сделать мысленную пометку, что есть количество призраков, которые я не побеждаю. Есть. Здесь у нас, подожди. Ой, как бы я сейчас не попал-то в захват регенерации. Если гоги будут наносить урон меньше одного призрака, то, ну, тут пиши пропало, сами понимаете. Они будут постоянно регенерироваться, и все. Так что рано радоваться. 17. Так, я должен наносить удар. Без... попробуем отманить. Даже не знаю. И вот сейчас вот так вот вниз. Все замечательно. Смотри, тая летит направо, потому что там свежее мясо. Ага, дух. Бьем. Бьем еще. Регенерируясь, а нам все равно. Стреляй. Отлично. Ну и этого мы уже победим. Слушай, как-то здорово. Прям первый ход и сразу, ну, такая вот, такой замес. Так, подожди. А куда мне надо идти? Получается, если я направо пойду, там тоже будет замок, но, ну, как бы не наш. Властелинов в пропасти захватить. Но они очень хорошие. То есть они прям, не знаю, 4-метровые с кнутами. Я решил отдаться. Там они быстрее, поэтому все равно. А здесь не получится. Здесь, скорее всего, ну да, автобой говорит, что ты прям вот всех победишь, но вот кроме одного. Совершенно жуткие создания. С огромным уроном. Высокие, мускулистые. Да, не знаю, чем они тут, конечно, питаются. Какая у них тут инфернальная диета. Ну, красиво выглядит, что говорить. По идее, мы сейчас должны сделать фермопилы. Да, вот смотри, на югах.
Возможно, будем ускорять наших бесов. Вот сейчас посмотрим. Смотри, начинается ход. Я не могу бить, я снимаю отмашку. Все правильно. 1190 урона ушло в молоко. Ускорились, чтобы в следующий раз сходить первыми. Я надеюсь. Угу. И загораживаем. Кстати, не загородили. Ходим первыми. Все в порядке. Все равно 50 бесов потеряли. Сколько там? 30. Да, ну, такова наша судьба. Давай. Да, 33 беса, как богатыря. За Инферно я люблю набирать очень большой темп, но при этом совершенно забывать про постройки. Вот. Ну, потому что требуется много денег на выкуп существ. Продвигаемся. Флаг, да, получается, я совсем немножко потрачу на него, наверное. Подожди, нет, давай лучше так, смотри, возьмем. Флаг дает плюс 400 к передвижению, еще и мораль с удачей. Но я-то как раз хочу нырнуть в деревянную шахту. Здравствуйте, товарищи Скорпикоры. Мы хотели бы с вами повзаимодействовать. С разгоном у нас не сильно получается. То есть, видишь, тут две, да, всего. Поэтому отсиживаться в шахте с потерей даже там хоть немножко хода. Ну, это не камильфо, как говорят у нас в салонах Инферно. Деревянная шахта нужна всем. Если для эльфов это просто смертеподобное отсутствие, для демонов не так. Не так чтобы, но тоже очень-очень важно таки строить штуковни. Ой-ой-ой-ой-ой, что я вижу? Что я вижу? Нет, Вакиал-то Вакиал. Ну, в общем, Вакиала, похоже, кто-то предупредил. Кто, видимо, против нас поставил. Ну да. Ну он там это, вампиров улучшил. Вот, посмотри. Ну, пока не улучшил, но вот уже вот прям сейчас. Подбодрим старину Триландера. Еще у него были мушки, да. Тоже, видимо, из лагеря беженцев. Вот. Очень хорошие штуки. Ну, что там, они стоят 3 копейки. Разгоняться можно бесконечно. Не знаю, о чем тут, туман войны, все дела. Друг, как, ну, ты же понимаешь, что я же не вру. Здесь мы видим, на самом деле, ртутную... Ну все, он пошел там, как бы, взаимодействие, я не буду, наверное, смотреть. Ну, у него на 5-м ходу, да, вампиры-лорды. Понимаешь? Вампиры-лорды. 8 там штук или даже больше. Ну, один замок, второй замок, плюс еще сейчас это. Ну, в общем, он сейчас, может быть, утопии брать и не будет. Но вот все остальное запросто, если честно. Там еще надо атаку прокачать. И будет вообще прям замечательно. Какой-нибудь гладиус титана. Пятый день я хочу озеро. Для озера мне нужно много камня. Нет, я подумал провал, но смотри, мы играем без городского портала, да, и поэтому я в этот замок, в контент, я уже не вернусь. И если демонов построить, это всегда хорошо, ну, особенно в начале, пусть они будут немножко такие по обратной акции, очень дорогущие, но тем не менее. Ну, а что там получится? Мы потратили 3000 на 4 демонов. Ну, так, нормально. Зато сейчас основном все сразу захватывать. Да, я... Ух, утопия, кстати, у него есть, да, вы видели? Я бегаю рядышком кавалеристы. Падший ангел передал нам сюрприз. Мне это нравится, это мне нравится. Ну, крылья ангела. Это лучшее, что может быть у демона, понимаешь, по всем параметрам. Смотри, мы можем сюда, здесь вот как раз каменный уголь, да, который на самом деле руда. Но он нам очень нужен, иначе мы и фрицев не построим. Ну или сейчас пустоту бежать, но это тоже не дело абсолютно. Все нас здесь зомби. У нас очень плохие характеристики. Прям вот никудышные характеристики. Если я могу победить, то, конечно, потеряю много кого. Что у нас будет сразу золото?
темп, и на самом деле выпадет какой-нибудь артефакт хороший. Да, ну прям такой вот классный. Давай попробуем. Давай попробуем. Ну да, победа ценой всего, как всегда. Переживательно как-то. Ну, к сожалению, зомби, несмотря на то, что вроде бы такие, не знаю, хромые, откровенно, да, но они доходят, ну, почти до всех. То есть можем только в центр. Ай, в первый же ход заболели наши демоны. Плохо. Плохо. А, ходят они, по-моему, один. То есть левый верхний угол, правый верхний угол, правый нижний, потом левый нижний. То есть такая вот квадратик, а потом центральные ребята. Поэтому я вот сейчас отманиваю так грамотно бесов, бесами. По идее, сейчас должны там скучиться как следует. А, ну и тут извини, конечно, дорогой мой Гок, но ты не успеваешь ничего сделать. Во! Ну не во! Ой, не во! Ой, тяпкой по голове! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чертовы дачники! Ну, у нас как бы будут сильны или ифриты, вряд ли их я не успею столько построить, наверное. И с большой вероятностью это демоны и, собственно, вот эти вот рогатые мужчины. Не подумайте, что плохого. Такие вот у них демонские моды. Так, ну я, в общем, как-то очень грамотно все делаю. Давай сейчас подождем, смотри. Он, по идее, нас ударит. С отмашки упадет. И Магог... Я уже заранее... Вот, да, не говори, Магог пока не победил. Я думал, он уработает этого зомби и стрельнет. А с выстрела у него удвоенный урон. Ну, в смысле, наоборот, в ближнем бою ополовиненный. Калит как-то вот... Да, я прям чувствую, мне кажется, как... Смеются над нами наши друзья. Ну, я не очень хорошо битву веду. Да. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Вот, как бы, это ничего не влияет. А вот эти пара там демонов потерянных, они вообще... Ай, отродья пропасти. Отродья пропасти. Я не знаю, что делать. Ну, я еще, видишь-то, грамотно магию не сильно выучил. Сейчас бы, может быть, пару стрел хотя бы кинул. А у нас силы взгляни три. Между тем. Да я не знаю. Как-то я подзагрустил. Сейчас. Все, собрались, бьем. И видишь, отродье тоже решил порадовать старика, сходить дважды. Бесов решительно не жалко. Дайгогов, в принципе, тоже, да. То есть, ну, это существа, которые должны отвлекать от основных отрядов. Вот их, к сожалению, главная цель в жизни. Но вот как-то не выходит. Давай хотя бы одного сохраним, кнутейщика. Что это вообще за имя такое? Отродье. Какое-то прям, вот знаете, с негативной коннотацией. Мне не нравится. Пусть будет какой-нибудь, не знаю, там, инфернальный отрок. Да? Вот вроде то же самое, а лучше. Да. Демон. Да тоже, но были бы характеристики, там, не знаю, 5-5 хотя бы, какие-нибудь приличные. Было бы хорошо. Вот. Все, натеряли кого могли, а, в принципе, демонов не так много, кнутейщиков, ну вот, так получилось. Ага, бесов всех. А главное, это сейчас какой артефакт мы получим. Если какая-нибудь тележка, не дай бог, то, конечно, печаль. Если красивый меч, я буду рад. Слушай, а магия воздуха-то для ускорения, это да, шлем хаоса. Слушай, ну, не самый, наверное, идеальный. Но, с другой стороны, смотри, у нас уже 4-5 знания, как бы, сила заклинаний. Ну да. Не, нормально, нормально, хорошо. Троглодиты. Добрый знак. Разбегаются. А, калит и так приносит у нас серу каждый ход. Деревянная шахта у нас есть, мы не побежим. А, ртуть на всякий случай. Я понимаю, что ртутную шахту я не взял, но она нужна как для улучшения там провалов. Да, так и для ифритов тоже хорошо. Дьяволов не знаю, мне кажется, нет у меня предпосылок экономически-политических, чтобы их построить. Там золото нужно, прорва, ну и ртути тоже. Тоже много. Коварный триландер ходит куда-то, наверняка что-нибудь делает великолепное. Вот. Ну, в принципе, он играет с большим перерывом, после большого перерыва, поэтому... Надеюсь, на какую-нибудь
ошибку. Но, конечно, там четвертый ход и вампиры-лорды. Ух, это... Это лечится метеоритным дождем, ребятки. Все будет в порядке. Так, седьмой день ифритов отстроили. Все хорошо, все по нашему плану. Ну, здесь цитадель, она бессмысленна абсолютно. Мы туда не вернемся. Неделя ящерицы. Ну, хорошо, хорошо. Давай сходим в лагерь беженцев. Да, ну, я думаю, стрекоз нам там не дадут. А вот какой-нибудь лазурного дракона или архангела. Я, в принципе, думаю, что можно на это рассчитывать. Я думаю, это разумные ожидания. И сразу у нас тут все, знаете, закрутится, завертится. Ну, первую неделю немножко, конечно, хуже, наверное, такого нормы. Хотя, в принципе, всех построил, что-то позахватывал. Ну, хорошо, нормально. Нет, выйти там в сокровищницу меньше там сотни демонов. Этого не бывать, не бывать. Кнутищик. Молодец, сразу двоих. Я бы на это посмотрел. То есть они идут такие, знаете, отрядом, такой практически греческой фалангой. Вот, скучились, и тут внезапный кнут, который прямо щелкает, оплетая их субтильные телеса. Так, надо тут аккуратно быть, на демона в пустом месте не терять. И головы отлетают. Вот. Калит не первый день на охоте. Так, давайте, арх. Ирония, ирония. Нет, я пришел с вампирами охотиться, а не брать их себе в армию. Может быть, для лордов я бы еще сделал исключение, если, ребята уважаемые, а для этих что-то нет. Что-то, ну, глупость какая, ну, ты че. Это нам не надо, без надобности. Угу. Собрали золото и, к сожалению, не возвращаемся домой. Да, даже... посетив вклад вкладыш единства. Здесь чуть-чуть вот я так вот помедлил, потому что мне сейчас армию выкупать, мне кажется, мне не хватит золота. 4000 бюджету. Ну, в принципе, мы вот главных-то людей в нашем королевстве взяли, да, ифритцев. 4 ифрита победят много кого. 500 рублей. Как говорится, можно шкалик водки взять, а можно двух демонов нанять. Да это ж вообще хорошо. Этим демоны, конечно, да, очень сильны. Очень сильны. Доставил я отродья пропасти оплакивать своих товарищей. Вот, ну и один тоже, он ни зачем не нужен. Лучше снять отмашку каким-нибудь там бесом, например, да? Угу. Вот смотри, да, то есть там 16... гогов и в четверо меньше ифритов, ну, просто разводят. Разводят руками. Начинаем аккуратно прокрадываться. Утопию драконов вижу. И еще вижу... Не надо кнутейщиков брать, без вопросов. Жалко, я того дома оставил. Ну и ладно. Ну и ладно. Одного беса хорошо. Экспертная мудрость. Так, чего? Чего бы не взять-то? Ну, просто лучничество — это вообще ни в какие ворота и никогда не будет нужно никому. Ну, с редчайшими исключениями. Это подземная медуза там глазами, может быть, да, и, не знаю, титанов. Ну, в общем, нет, лучничество — это не наш выбор. А у нас, кстати говоря, много маны, мы ее не восстановили чего-то. Здесь можем сделать прям красивую коробочку, да. Смотри, делаем раз, тут сюда, эти убегают, и потом мы можем закрыть. Он пошел наверх. Все, замечательно. Замечательно. Ифрит выглядывает из-за песчаного бархана. Демон, жди, жди, мой друг. Да, и накидываемся. Смотри. Тык. Слушай, что такое с характеристиками-то, а? Ну, прям как не очень. Конечно, надо подстраховать. Надо подстраховать. 35 жизни. Этот лупит 13-17. Сейчас останется там 3. Нам демона потеряют. Давай вот, вот прям до верного. Ага. Ну, 30, ну, вот ты, 31 туда, 31 туда. Ну, ты видел, да? Еще одна замечательная, как ящик Пандоры. Коробочка прям на все денежки. Резвится, резвится, мой старинный друг. Тысячелетний вампир. Этих надо, тех надо. Вернуться надо, здесь тоже армия. Конечно, был бы кнутейщиков штук 15 вообще прям хорошо, и этих победить. Но темп потеряю, ничего не разведаю. А я еще даже не знаю, кто у меня как бы на нашей
выходе из сокровищницы. Наверняка ангелы с моей-то везучностью. Арбалетчики. Хоть тактики у нас и нет, а мне кажется, вам кранты. Прекрасные потери. Просто замечательные. При этом они не разбежались, а именно воевали. Вот. Угу. Ой, второй уже там поместье вампиров захватывает наш Вакиал. Они на Джебус Ауткасте охраняются просто очень сильно. Гораздо-гораздо сильнее, чем даже, вот, например, там отродья пропасти, чем даже муфритники. Вот. Ну, потому что, ну, понятно, это вампиры, из которых получаются вампиры-лорды, которые побеждают много кого. То есть у Триландера уже сейчас, я не знаю, сколько вампиров. 20, наверное, где-то 20, надо будет потом сверить часы. Ну, в общем, это будет жестко. С 20 вампирами-лордами можно брать уже, наверное, утопию первую, вторую. Нагобанк вообще без стеснения. Может быть, что-то еще, не знаю. Грамотно сняли, подманили, сняли отмашку, ударили. Ага. Еще сейчас. И Фрид. Ну, кстати, мне кажется, даже не знаю, сколько там, 2-3. Да впечатляют меня эти ребята, какая-нибудь там мораль ненужная выпадет, и как бы, и все, и до свидания. Угу. Хлыст, супер. Так, у нас уже 6. О, слушай, я искал золото, а нашел бриллианты. Это мне очень нравится, это прям классно. Так, 256, получается, я вот это беру, то я не успеваю, а 156... Еще могу. Угу. И 50 у нас единичек хватит как раз. Земля, да. Не, ну антимагию-то кидать. Антимагию-то надо будет кидать, правильно? Угу. О, здесь полный фарш. Там щит, все, все прям отлично. Только замедления нет, но его тут и, наверное, не будет. Развиваем темп за счет серы. А у нас ее очень много. Паду, понимаешь, по инферно калит идет, естественно, собирает серу просто вот не без остановки. Что делать-то будем? Что делать-то будем? Да на големов надо переть, но страшно. Ну там будет их 90 штук, да, например, и что я буду делать? Ой, Триландер. Да зачем я его открыл, я не знаю. Ну не надо было, я не знаю. 599. То есть там будет, допустим, 7 отрядов по 12 штук. Метеоритный дождь на них не действует, стрелков у нас нет. Мы не можем себе это позволить? Нет, мы не можем. Мы не можем это себе позволить. Дрова, наверное, не надо. Хотя, в принципе, я, скорее всего, сейчас буду биться, как минимум, в этот ход или в следующий. Поэтому давай сэкономим, возьмем гремлинят. Вот, заодно им мир покажем. Ну, какой мир? Вот скажем, что мир такой, вот и есть. Они нам доверчиво и поверят. Разгоняться, наверное, не буду. А здесь я подыскиваю, наверное, цепную молнию. Берсерк, может быть. А, хотя какой берсерк? Какой берсерк против вампиров? Это прям глупость полная. Угу. Это разведать надо, разведать. Так, цитадель, да уже 6-й день, я не знаю, может быть, успею как-нибудь замок своять. А здесь, кроме муниципалитета, ничего не нужно абсолютно. Таверна, да. Красавец, красавец. А мне нужны еще какие-то строения, желательно ифритного характера. Я их не вижу. Вижу вампиров, охраняющих. Очень добрый щит. У нас, ну, хотя бы боевых характеристик хоть немножко вырастут. Да, обучение помогает нам получать дополнительные 75 опыта за целый полезный слот, в котором могло быть логистика, нападение, тактика и все-все-все. Но я не вижу, к сожалению, ничего рядом с дорогой. 7-й день. Придется мириться. Прирост будет вот какой. Какой будет, такой вот он и будет. Зато сейчас вот разомнемся на вампирах. Ну, а чего? Как-то неубедительно Гоги стрельнули. А у нас же есть это, восстанавливал команы. Да, метеоритный дождик, который плюс 3 дает дополнительно. Поэтому метеоритным дождиком поливаем, не стесняемся. Ах, слушай, одного съел и тут же восстановился. Ну, вот как бы да.
Производственник, молодец. Страшно что-то демонам. Ну как нас 8 штук? Мы привыкли воевать там сотнями, а не вот это вот все. 3-5. Не, кнутейщик сделает. Ну вот, то есть урон кнутейщиков, да, он выше, чем у эфритов. Очень хорошо. Потери незначительные. Наездников на волках вижу хорошее, доброе дело, особенно для демонения кольцо пригодное, но может быть попозже. Да я вижу, что там демонов можно, наверное, и нужно было взять как раз, да, ну, в седьмой день. 6-3-5-1. Но я думал, что найду какое-то более приятное место. Там провал, например, еще один. Ага, ну, видимо, все. Видимо, все. Угу. Угу. Переписки секретного характера. Ага, хорошо. Давайте хоть одним глазком глянем. 20-49, но не улучшенных. Не улучшенных. А в этом форте, напомню, тренируют, но строго за двойную плату. То есть там каждый вампир-лорд выйдет, я не знаю, там по 500 рублей. Поэтому надеюсь, что у оппонента просто не хватает денег. Извиняюсь, немножко отвлекаюсь, концентрацию теряю. Седьмой день, ходить некуда. Угу. Так, а в замке? В замке все построено, провал обязательно нужно будет сделать. А знаешь, сколько у нас этих молодцев плодится? По 9 штук. 9 до 7 до 6, то есть у нас там будет под 20, может, если с каким-нибудь ящиком и больше кнутейщиков. И неделя суслика. Подходит ли она для выхода в сокровищницу? Что говорят нам наши астрологи? Ну, что-то не особо как-то предпосылки есть к этому. Так, а что я гремлинов не выгнал? А, так у них скорость, как у гогов, 4. Да, бессмысленно. Разгона не получается. Так вот, про сокровищницу. Мы такие выходим, надеюсь, если там не будет каких-нибудь архангелов, да, как мы это любим. И, собственно, все. Мы не возвращаемся к родным пенатам. Никак. Прям совсем никак. Или лучше подождать, прям потормозить конкретно, взять там классные артефакты. Помнишь, у Скорпикор, у этих рыцарей, да, конных, тоже там крылья ангела. Утопию зайти. И может быть даже на некоторое время позже выйти. Зато прямо силищий, невероятный. Не знаю пока. Не знаю пока. Надо подумать. Потому что против вампиров темп очень важен. Ну прям чрезвычайно. Потому что эти ребята беззастенчиво победят там все утопии. Все сгребут, все артефакты и будут очень сильны. Честно говоря, ожидал демонов, потому что все-таки это же фангармы. Ну, там 6-й, по-моему, уровень. Но, видимо, слишком сильно ящик Пандоры режется вот рядом стоящими вещами. Ну, как вот, например, там арена. Так, эльфы разбегутся, не знаю, не разбегутся. Да, побежали, все хорошо. А, все-таки золото. Угу, 1000 рублей в самый раз. А конферны так, Сильвер Спайр, шпиль. Точно рынок. Угу. Да не знаю, что-то может быть полезного, приятного. Хотя, ну, нет, то может быть. Дерсер, как бы понятно, нежить не повоюешь, но он может быть равно полезен. Какую-нибудь молитву подучить. Такую, знаете, из озорных соображений вытекающую. Немножко, посмотрите, потрачу, да. А у нас есть такая возможность, 3 рынка, все в порядке. И построю, сами знаете что. Капитолий в начале третьей недели точно успеет окупиться. Все будет у нас хорошо. Нагобанк, истинные драконы. У нас бешенство. Слушай, а я умею бешенством пользоваться? Я умею. Это будет не лишним. Прям точно. Големов там, конечно, наросло наверняка много. Ну, а с другой стороны, и магоги есть, да, еще и с бешенством. Чай как-нибудь, что вы думаете?
Давай, попробуем, попробуем. Победа, но их там прям под завязку. 5 на 20, так это 100 штук. О, без трех. Надо же. Ну надо же, скажу я вам. Решил сделать анимацию чуть подольше, потому что големы очень как-то уныло ходят. Ага. А вот бить по ним как-то вообще не здорово. Двух! Да, так, ну тут у нас есть два бешенства. Давай пока, наверное, благословим. Лучше, да? Ну, дольше будет. Надо было, конечно, делать, когда они стреляли, но ладно, неважно. Так, 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 так. Выстрел, выстрел. Подгребли, аккуратно. Нет. Эх, прямая стрела. Здесь, конечно, сейчас сразу пойдет атака. Нет, думаю, вот эдак. Обязательно боимся. По понятным причинам. Угу. И вот тут они подходят. И здесь уже можно после снятия отмашки спокойно врубаться. Раз, два и три. Ну, кстати, хорошо разделали. Очень даже неплохо. Так, чтобы спрятаться так, чтобы нас не ударили. Угу. Давай, давай. Я ждал этого момента. 7. Ух, 13. Ну, практически в 3 раза, да, урон вырос. Мне кажется, солидно. Угу. Этих уже сейчас доразберут. Не боимся снимать отмашку. У эфритов очень сильная броня. Ну, плюс у нас тоже там щит есть. К сожалению, бешенство действует только один ход при любой силе заклинаний. Да. Ну, в смысле как, один и до следующего хода. То есть, чтобы оппонент успел стукануть по бешеному существу. Напомню, у него защита становится 0 и прибавляется к атаке. Поэтому урон получается прям такой высокий. Ну как вы прям хорошо друг другу за ручки взялись, а? Как пионеры. Молодцы. Давай. Так. Подпустили поближе. Угу. А не, здесь уже расстрел. Если помните, был какой-то не победить давний. Там, по-моему, 10 магогов. Меня победили что-то там 200 големов стальных. Ну, я могу путаться в числах, но вот примерно столько. Примерно столько. Весь боезапас вырыли. Угу. Все, можно, можно. Слушай, ну и за такой шикарной просто базовой дипломатия. Да, обязательно. И здесь рогачи. А почему не хватило-то очков как-то ценности для кнутейщиков? Слушай, даже не знаю. 90, ну, куда больше-то? Не, вот за эфрицами точно прям кнутейщики. Там прям без вопросов, без вариантов. Здесь, видать, вот немножко не хватило. Ну, а демоны тоже хорошо. Особенно рогачи. Так, вернулись. 317, наверное, надо восстановить. Давай, наверное, заскочим куда-нибудь. Ну, просто чисто вот для ресурсов. 187. Угу, свиток заклинаний. Каменная кожа, да. Угу. И у нас 12 тысяч прекрасных, чудесных, замечательных. Ифритню не могу улучшить. Как-то вот не получается. Ну, и пора демонить. Пора демонить. Надо было это делать чуточку пораньше. Ну, вот как... Как сложилось, как случилось. Фриты, султаны. Да нет у них, у нас, к сожалению, против них защиты никакой. Четвертый день сюда, туда. Да, наверное, я хочу подзавязнуть немножко. Подзавязнуть, потому что крылья ангела, утопия, это прям будет важно. Это будет важно. Чайку тут еще ящик найдем, подниманим хорошенько. И будем так уверенно, уверенно выходить. Да, я вижу, что у меня есть дипломатия, но она будет работать в сокровищнице только если у вас огромная армия и только если у вас куча золота, а золото бывает только от утопий. Ну, короче, да. Думаю, тут надо не торопиться. Тут надо не торопиться. Мне кажется, Триландер просто вот вокруг пятачка бегает, одного и того же. Собрал вампиров, улучшил. Собрал вампиров, улучшил. Эх, 240, а? Вот скромники, а. Прям мне нравится, мне нравится. Да и бесу тоже, на самом деле, достаточно дешевого пошиба. Да подемонить хочу немножечко, чуточку, ну. Вот 19 этих, да, демонов, сколько они, гогов, сколько они демонов приплодят. Там 13, каждый по 3. Вот 6-7 было бы, на самом деле, неплохо. Ифриты нас боятся. И здесь 20 отродий. Да, это то, что я хотел. Это прям замечательно. Можно было, наверное, подумать и деньги оставить, не выкупив сразу
и улучшится, но... Но нет, эфриты могли бы не сбежать. По 200 рублей за каждого. Не наменяем, вообще никак. Не наменяем. Так, а вот утопия и побежали, или все-таки до крыльев ангела? Крылья ангела знаковые, так как, конечно, артефакт. Да не хочется, знаешь, с этими, с двумя отрядами ходить к нутейщику. Давай, наверное, смотри, сейчас нагабанг прихватим. Угу. Нахлопнем, так сказать. 10-19. Ну, это, видимо, либо 5 на 2, либо 5 на 3. 5 на 4 уже не получается. Да, улучшенных там нет. К нутейщик с одного удара поразят. Мне кажется, будет просто. Ну да. Нет, демонов терять не будем. Ифриты единственные, кто не имеет права ударять. Может быть очень больно. Так, скорость анимации вернем в правильную. Угу. Учли, что здесь 6-7. Все в порядке. Все, они первые будут хлыстать. Так, вами добегают. Отходим. Очень так степенно. Здесь тоже. Тоже могли бы кинуться, но не хотим. Угу. Так, а Гоги рвут на себя тельняшку, кричат: давайте, берите меня, режьте меня на куски. Хорошо. Наги такие, ладно, мы не против. Вот, ну напомню, такая вот механика демонения, да, идет. Такая вот она. Ой, по своему попал. Ну что ж, бывает, бывает такое, да. Так, отскочили, теперь смотри. Добивают магогов, одна вылазит вперед. Мы ее хлыст. Здесь восстановили. Те 7 получилось. Ну, быстро считаю, все хорошо. Там как раз было 19 с небольшой горочкой. Нам каждый по 3. Угу. Хорошо, хорошо. Калит наконец-то вступает, знаешь, в какую-то силу, мне хочется сказать. Да, а тут уже да. Замечательно. Магия огня, прям ручки тянутся, но... Там берсерк будет, поэтому, ну, бессмысленно. Ради жертвы какой-то потенциальный. Не стоит защиты от огня. Короче, я не взял уже, что ты думаешь? Все, так и в жизни, знаете, тоже бывает. Какое-нибудь решение примешь такое, прям, уверенное, а потом думаешь, а правильно ли я поступил, что не взял магию огня? Демонов одворожили, отродий в крови покупали. А чем ифриты хуже? Давай каждому по золотой челме выдадим. Ну, ифриты и ифрит-султан, это, конечно, большая-большая разница. 50 рогачей. Думаю, вполне себе сносный ударный отряд будет. И нужно понять, куда мы будем двигаться. У нас 5-й день, будет 6-й. Здесь, конечно, пятачок прям замечательный. А выход из сокровищницы... Вот не ясно на самом деле где, да, ну понятно, что налево, но как далеко, один там ход, два или три. А там загогулинка может быть тяжелой. Или с такими приростами спокойно посидеть, да потормозить. Смотри, здесь вот на пятачке всех победить, и скорпиокоров, и заклинательниц. Шестой ход будет вот где-то тут. Мне кажется, разбегутся они, эти хитрющие женщины. Угу. Должны разбежаться. Вот потом можно, кстати, будет попробовать отоспаться в лесопилке. Да, здесь забрать. 6-й ход. Я возвращаюсь домой. Насналиваю ману. И на 7-й день все равно не выхожу. Непонятно. Непонятно. Может, и за крыльями ангела, правда, стоит смотаться. Так. Ну, да, лучницы они достаточно коварные. У нас скорость 13. А на дьявольских кучах-то все 14. То есть мы сразу сможем, скорее всего, закрыть. Если вдруг собираться будут на нас нападать. Скорпикоры прям хорошо сливаются с землей. Какие-то характеристики. Я не видел, вы не видели. Все в порядке, да? Ну, я понимаю, что темп очень важен, но у нас вот, ну, что мы делаем? Я не знаю. Нет у нас, нету темпа. Испугались. Это хорошо. Смотри, можно взять и засесть, а можно... Но мы теряем тогда обратный ход. Или вот сюда еще побежать, смотри. Стальные големы точно хранят что-то прекрасное. Они не могут ничего плохого хранять. Там демоны точно. Кавалеристов победим. Мне кажется, не дурная идея. Сменили хороший щит на очень хороший. И теперь у нас вот 6 атаки, 6 защиты. Заклинания подвели со знаниями. Конечно, да. На единичку туда-сюда. Сдвинуть было бы хорошо.
Тикс? Ну, псарни мы не строим, брать их не собираемся. Вот, нам еще на демонов делать акцент. Угу. Бояться? Да не, ребят, чё смеяться-то? Чё смеяться? Надо будет в какой-то момент, наверное, магогов тоже сдать. То есть 30 штук получится достаточно неплохое демонский отряд. Сколько там? 30 на 3. И штучек 11, наверное, будет. Вот, и это, в принципе, неплохо. Угу. А там формула очень простая. Делишь количество единиц жизни на, собственно, демонские там 35-40 и все. Угу. 35. Тактика здорово. Здорово, но я, наверное, все-таки жду нападения. Нападение жду. У нас слишком магическое получился наша калит. Ну вот. Адские гончие. Слушай, а вот ты знаешь, когда я говорю, что там демоны, там все равно демоны. Я вас уверяю. Я вас уверяю, там все равно будут демоны. Да, наверное, так будет правильно, да? Так мы ходов типа сэкономим. И будем сейчас возвращаться. Угу. Хорошо. Так. Выдвинулись вперед. А чего вот такие вот нежеланные, скажем так, адские гончие? Ну, что же сделать? Ман у нас много. Эти ребята крепкие. Даже твердые, я бы сказал. Может, это, дождичком полить. А чего? По-моему, нормально. Угу. Так, ждем. Айфритов мы, кстати, зря не соединили вместе. Ну ладно. Не страшно. Че, подождем? Да, наверное. Можно было снять отмашку. Получилось не так. Ну ладно. Подбегаешь. Ага. Получаешь мощного клеща. Леща. Этот пробел. Ждем. Воскрешаем. 17. И еще разок. Вот это молодцы, это я понимаю. Ну вот как бы тянут, тащут. Ну что говорить, ну что смеяться. Молодцы. 17 демонов. Угу. Мы там сотку обещали. Но с другой стороны эти кнутейщики-то тоже демоны. Поэтому нормально. Угу. Так. И у нас по нашему плану мы сейчас заходим в утопию драконов. Шестой, да будет седьмой день, как раз вместе с очень хорошим артефактом на груди. Угу. Где-то в районе вот оказываемся нашего родного замка. И с мощным приростом у нас будет там под 60 отродий. Под 60. Мы несемся вперед. Вот мне кажется, это прям тема. Мне прям кажется, это будет хорошо. Да, логистика точно лучше. Угу. Тикс, отродий взяли. Песиков проведаем. Магоги такие. Так, а почему нас в центр-то определили? Мы как-то это хотели там в углу, подальше. Не-не, это так, это, ну, просто получилось. Ты не переживай, магог. Все нормально, все хорошо. Ой, крипикоры, конечно, мерзкие существа. Мерзкие создания. Представляете, магоги почувствовали, что сгущается над ними туман. Прикольно, конечно, да. Конечно, надо ускорение, чтобы контролировать их. Угу. А от судьбы-то не уйдешь, понимаешь? Не уйти от судьбы. Ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну, это прям вообще. Да, так, ладно, сняли отмашку, все хорошо. Слушай, ну, ты прости меня. Но нам нужно этих магогов сейчас уничтожать. Я потерял одного этого. Но это без вариантов, потому что я не успевал бы сейчас сделать вот так вот. Такую вот красоту. Угу. Больно. Очень больно. Ну, в принципе, нормально. Не так, чтобы ужасно. Не подрасчитал я небесную благодать. Ну, а что, знаете, у нас в аду в какую цену идут святые вещи. Да? Всякие там ожерелья, крестики. Ну, считается шиком. Таким немножко мазохистичным. Ну, а крылья ангела так вообще носят только избранные. Калит, собственно, вот такой дамой и является. По нашему, на самом деле, разумению, да, ну, пару ходов назад мы должны были, наверное, вернуться уже в дом, но вот не получится. Ну, вернемся, значит, на первый день. День будет просрочки. Если, короче, у Триландера не будет там, не знаю... 300 вампиров, я, конечно, сильно удивлюсь. Но у нас тоже кое-что будет.
Грома, птицы, да пожалуйста, вообще. Лидерство здорово, но нет, но нет. И тут 5-9, увидели, да, черные драконы? Это самая большая утопия. Это самая-самая большая утопия. Мы не имеем права ее взять. Мы не имеем права ее взять. Ну, у нас просто, ну, не хватит сил. Ну, что смеяться-то? Не хватит сил, все. Ну, может, там хватит. У нас вообще всех просто порубят, всех уничтожат. Поэтому утопию брать мы будем, но чуточку попозже. Ты понимаешь, что ты даже его, скорее всего, не основной замок? Вот где он там ходит, бродит, вот этот вот товарищ. Понимает, понимает. Так, ну вот, собственно, наши 60-90 мужичков, 12 тех, еще демонов. Да что, подемоним. Подемоним. Угу. С кольцом было бы хорошо. Да, наверное, можно немножко денег-то подсдать. Мы все равно, наверное, возвращаться-то уже не будем. Тут выкупать особо некого. А золото утопии возьмем для будущих дипломатических вещей. Да, наверное, вот так. Наверное, так. Совсем все тратить не хочу, потому что вот я сейчас потрачу на что-то такое умеренно важное, да, а в будущем, может быть, что-то сильно важное. Серу продал полностью, потому что Калит ходит ее и набирает. Слушай, ну пятерка. Пятерка. Пятерочка. Пятерочка, и это не фильтрованная, понимаешь? Да, без счета у нас, без счета, к сожалению. Так, ух, 300 урона. Бабах, 20 гуги. Обидно. Многие земли не прокачали, но хватали всякие дипломатии. Что я могу сделать? Что я могу делать? Ну и фрицев? Ох, вот вы озорники, а. Я думал, по ним вообще никто не бьет, потому что, ну, у них этот огненный щит останавливает. Плохо, плохо, плохо. Так, а зачем я сюда встал? А я вот не знаю, кстати, интересно, демонов там поднимут или не поднимут. Мне кажется, должны все равно. Два. И тут тоже два. Ну, не очень сильно, не очень. Но вот кнутейщики, я хочу сказать, порадуют, но тоже. Нет, можно, естественно, ярость на них наложить, но драконы-то потом их просто сожрут. Эх, эх, обидно, обидно. Стою я так, чтобы не было каких-то прожигов неприятных. Угу. Все, добили. Пошла работа по демонам. Не можем себе этого позволить никак. Даже и фрицев мы можем потерять. Ну, один останется, да и ладно. Для скорости. А демоны это наши, это... Это наш отряд. Это наш ударный отряд. Давай, уложились. Молодцы, молодцы. Так, 3-4. Ну, тоже надо бить, что делать-то, не знаю. Ну, тут неким уже снимать отмашку, и мы потеряли десяток наших рогачей. Очень жалко, очень жалко. Ну, а воскресим и этих таких не особо крутых. Угу. А, нет, все-таки он закрыл. Да, то есть там вот, где были 80 этих чертей, чертенят, теперь я, к сожалению, воскресить не смогу. Интересно, ну ладно, буду знать. Буду знать. Ну, хотя бы магогов давай, не знаю. Где же бесы такие? Где же бесы-то? А вот нету бесов. Угу. Так, можно, можно. Угу. И они сейчас, скорее всего, еще одного. Да, одного даже защищающегося побеждают. Ну давай, не подведи меня, утопия. Покажи мне красоту. Ну там 5 реликтовых артефактов. 5. И, увы, там есть повторяющиеся. Это крылья. Угу, угу. Крылья. Ну шапка хорошая. Меч правосудия прям замечательный. Книга магии воды соблазняет на то, что мы взяли этот навык. Что там будет? Молитва, рассеивание. Ну, кстати, может, рассеивание-то и полезно будет, да? Какую-нибудь магию с вампиров снимать. Не, мы уже поняли, что там вампиры. Там как бы черными рыцарями даже пахнуть не будет. Это я вам обещаю. Колечко? Да по пути, вроде по пути. Давай, угу. Сейчас здесь выучим. Разведка хорошо. Но нет, я все-таки жду, наверное, нападения. Или, учитывая книгу, может быть, магию воды. Может быть, магию воды. Магоги пугаются.
Продвинутая дипломатия становится вывозима. Угу. Слушай, а дьявол даже одного? И то возьму. А чего? Статусный, красивый, 7 уровня, быстро ходит, ему не отвечают. И враг, вся его армия, получает на 1 меньше удачи. Это, мне кажется, прям замечательно. Угу. Подлетает, сколько султан и фрит у нас скоростные, демонов мы не теряем. 20-49 королей циклопов. Ну, держим руки. О, это прям здорово. Это классно. Шар постоянства нам, конечно же, нужен. Чтобы... Никсы тоже испугались. Не, я увидел, что они там охраняют ящик Пандоры. И только его. А это значит что-то хорошее. Очень надеюсь на еще кнутейшков или рогатых демонов. Угу. Шар постоянства нам нужен известно зачем. Чтобы с нас не рассеивали заклинания. Которые мы не хотим, чтобы рассеивали. Например, антимагия на кнутейщиков. Ну, вот, наверное, да. Наверное, так. Да тут, видишь, если не ускоришься... Ай, не успеваем. Не ускоришься, то демонов можно потерять. Да, быстро эти ящерицы. И коварные какие-то довольные. Ну, 2 демонов на ровном месте потерял. Ну, а что я мог сделать? Не знаю. Мне показалось, вкорение, тем более масса, хорошей затеей. Шкура очень крепкая. Угу. И здесь 25 компенсация демонов. Но, правда, обычных. Не улучшенных. Ну, не знаю. Буду за 1. Видимо, так. Да, рогачей хотел, конечно. Ну, что тут делать-то? Ну, ладно уж, как-нибудь. Конечно, давненько я не выходил так поздно со своего рубежа, но вот такая игра вышла. Слушай, я вот не знаю, стоит ли мне сейчас мораль портить против наших... Еще один шар постоянства, а? Вот ты погляди-ка на него, а? Неудача. Без морали будет тяжело, но там, надеюсь, как-нибудь нам повезет. Психические элементали. Ну, по крайней мере, на них действовать будет какая-то магия, да. Победа, да, 80. То есть, получается, неделю назад, когда можно было выйти, их тут было на 10% меньше, 70. Ну, чего делать. Испугались. Подгребают, подбегают. Понятное дело, что, чтобы победить главного трилайндера, нужно сначала сразиться вот с трилайндерами поменьше. Ну и все равно они достаточно свирепые. Снимаем отмашку с тех и других. Угу. Потому что здесь, как видите, демонов хватает. И тут... Ой, ну это прям кайф. Это прямо замечательно. Угу. Очень мне нравится, когда с одного удара побеждается целый отряд. Так, вы идете вот сюда. Вот это было не здорово, вот это было неправильно. Так, а что делать? Подожди. Можно щитом попробовать. Этого запереть, а тот... Я даже подставиться-то не успею. А, нет, подожди, я успею подставить, смотри. Вот сюда. Надо было наверх. Ох. Ладно, 3. 3 потеряли. 3 потеряли. Ну вот как раз все из-за морали, из этого дурацкого... Шара постоянства. Зачем он вообще нужен был? Я не знаю. Ну, мы же не знали, думали, там что-то прекрасное. А вот и вода. Это будет массовая молитва. Это будет клон высокого уровня. Потому что вода нужна, мне кажется. Вода, это прям хорошо. Получится герой у нас такой немножко не военного толка. Но может быть и не страшно. Архангелы, кстати говоря. Стоят, драку, все нас никто не боятся, чемпионы. Вот архангел могли присоединиться, показать свою падшую сущность. А что вы думаете, они тут делают, как бы около владений-то демонических? Продают там всякие небесные благодати. Как пить дать продают? Еретик 15 уровня. Да, дипломатия пока что не работает. Ну, там грифоны хотели к нам присоединиться, но это да. С другой стороны, мы в сокровищнице, это плюс. И у нас нету штрафа передвижения за счет крыльев. И можем даже вот такие фортеля выдавать. О, сколько вас там? 2. Могли бы присоединиться к нам, Мне кажется, я знаю, что там. Там либо 5 улучшенных каких-то 7-го уровня существ...
Либо это вся магия. Наверное, даже да. Лазурные драконы. Вы видели когда-нибудь на ауткасте лазурных драконов? Вот я, по-моему, вообще ни разу. Вот. Слушай, а урон какой-то по вам... Не сказать, чтобы огромный. Так, может как-то помочь? Ну смотри, мы его не побеждаем. Так. Телит нож 525, это. Почему? Первый, третий уровень у тебя иммунитет. Вот ты ша. Синий пасюк. Захлыстали. Все хорошо. Я вновь урон 18-25. Да. Так себе. Так, сняли отмашку. Ткнули рогом. Ударили наотмашь. И мы, по-моему, все равно не побеждаем. Я не хочу, чтобы продых был. Ну и там этот урон от дьявола, он, конечно, никакущий. Так, давайте. Можно было одного остановить, но я решил, что уже не стоит. Да, и это полная магия всего. Замечательно, освобождает нам целый слот, руки, ну и у нас много просто чего-то не было. Чудище, вот 7 штук, могли бы как-то к нам присоединиться, если все равно хотите нас бежать. Почему? У нас денег много, мы вас сильнее. Понимаете, не работает, почему? Еще и вон там, светлое чудище. Вот они, наверное, как раз пролоббировали. Ману тратим беззастенчиво, возможно, зря. Возможно, зря. Так, никаких снимания отмашки, только чистый урон. 3. Ха-ха. Здорово, здорово. Продвинутая обучаемость. Я очень счастлив, что нам раньше, по крайней мере, ее не предлагали. Вот, что это было бы не очень здорово. Ну и надо просветить немножко. Недаром мы эксперт магии воздуха. Вот он, да. Не только ради ускорения. Но мы так и поняли, что у Триландера темп тоже не самый высокий. Угу. Ну, характеристики вровень. Да, что-то там произошло. Видимо, какой-то меч добрый был добыт. 129 элементалей шторма. Там для хорошую штуку хранят. 36 косарей. 36 тысяч. Давай возьмем, у нас золотой лук будет. Будет хотя бы стрелять кто-то. 32 штуки. По-моему, не лишний. По-моему, вообще замечательно. И вампиры из них крови не насосутся. Рука дернулась прямо к книге магии земли. Да, но она нам не нужна. У нас вся магия есть и экспертная вообще. Черных рыцарей за 42 тысячи. У нас будет их дюжина. Хорошая вещь, но нам надо ману остановить. Нам надо очень сильно ману остановить. Бегом. Дьяволы не присоединяются, драконы не хотят. Верны тоже не очень. Вот личей 30-ку. Далеко до них. Опять же, 2 хода тратить, у нас маны нету. Не знаю. Не, мне кажется, там сейчас будут за углом какие-нибудь фриты или что-нибудь такое прям прекрасное. И вот тут-то мы разгуляемся. На всякий случай делаю боевое построение, да, что если будет какая-нибудь цветная молния там или берсерк или еще что-нибудь, чтобы у нас все было хорошо. Там враг коварен. Так, ну, вроде живем в месяц муравья. Сразу смотрим, где наш враг. Ага, ну ловца и зверь бежит, упырь вон подбирается к центральному замку. Нам нужно туда попасть первыми. Восстановить ману, иначе, ну я не знаю, тут треть или там половина нашего потенциала, это, конечно, магия. Будет обидно это терять. Армия тоже сильна, вопросов нет, но без правильной магической поддержки может быть трудновато. Движение вот еще, знаете, такое, анимация прям у дьявола замечательная. Косарь, душ. А церберы быстрее ходят нашего. Ускорение, да я могу, но это последняя мана закончится. Будет неудачно, не весело. Поэтому рискуют ифриты. Так, и вот тех бы как-то сейчас закрыть бы вот так вот грамотно. Ага, чтобы они до элементалей не добежали. А ифритов, ну вот как видите, не прокусили. Держим строй, все в порядке. Угу. Так. 31. У тебя 83. Не, у нас защита просто там потрясающая. Надеюсь, без потерь. Отлично. На рынке осваиваем наши деньги. Купить-то нечего. Купить-то вообще нечего. У нас все и так как бы есть. Ну вот можем на коленнике за 5000.
Дороговат, но у нас нету. Какая вероятность того, что сейчас мы за поворотом что-то прекрасное, типа сандалии святых найдем? Наверное, невысокая. Духи океана. А здесь пиратский нурал. Да что-то нет, как-то улучшить до бакланов 16. Ну вот я так и думал, что они собираются присоединиться, но 16 мало, там еще будет 4, 20. 20 даже асидов, это немножко ни о чем. Так, разменивать, к сожалению, демонов уже больше некого. Да, то есть, ну, из элементалей демоны получают слишком воздушными, как безе. Так, 31. Вроде успеваем схватить щит морской славы. Угу. Ну и... Так, еще даже немножко поглядеть по сторонам и засесть в замок. И не забыть, что для восстановления маны вам нужна гильдия магии. Вот такая вот необычная мысль. Мне кажется, он не нападет. Так, что брать-то с собой? Ну, у нас, видишь, артефактов как-то тоже много повторяющихся, хороших. Если бы за место некоторых реликтовых там были бы какой-нибудь супер-мега-щит, да, было бы весело. Ну, вот как есть, так есть. Так, нимфы смотрят на наш кошелек с нескрываемым интересом. Вот, ну, Калитте, как бы, может быть, сразу не видно, но это она. Вот, и вообще до всяких нимфовских вещей она как-то это... Ну, из плюсов Макеал не растет. Да, тут, конечно, атака защита такие достаточно плотные, особенно атака вампиров. Угу. Самым первейшим делом здесь он. И смотри, враг стоит рядом с тремя артефактами. Наверняка он их собирается как-то, ну, взять. Ну, прям вот он рядышком, да? Заряжаем пушку! Ну, не знаю, нимф нет, не готов. Я уверен, сейчас кого-нибудь присоединю по дороге. Смотри, фангармы, 150, в драку. 133 корсары, в драку. Ну, ладно. Так, тут нам неинтересно, больше там ничего нету. Здесь... Ага. Угу. 20 черных драконов. Даже элементали тоже к нам не хотят. А вот были бы, кстати говоря, в тему. Не, нужно обязательно сейчас выскакивать из-за угла и Во! О чем я говорил? Меч правосудия. Видите? Вот меч правосудия прям лежит. Он на него нацелился уже. Но я его не дал. Отлично. Что-то маны многовато. Где он на него успел остановить? Я не знаю. Хотя, действительно, зачем ему мана, если он вампирами одними идет? 618 останется. Я не успеваю. Я не добегу, потому что я стою не рядом с ним. Ну, сандалик я очень бы хотел. Эх, нападать, получается, надо. Нападать, а что делать-то? Так, сейчас мы от цепной молнии вот так вот отгородимся, встанем, все, и давай. Привет, мертвяк! Как дела? 106 вампиров-лордов, да с атакой 34. Привет, мой старый добрый друг. Ну, я-то, понимаешь, воевать и побеждать пришел, а не любезничать. Да еще и с тактикой, да, Вакеал? То есть, если он выдвигается вперед, то попадает под град ударов. Он знает про ускорение, я уверен. Поэтому... А, ну да, да, все правильно. Идет защитное построение под метеоритный дождь. Девчонки прям прижимаются к вампиру. У нас, конечно же, первый ход благодаря эфритам. Слушай, вот может это бахнуть, да и все, и не париться. У нас, конечно, и клоны, молитва есть, хоть и не массовая, но 1000 урона, смотри, 26. Бабум! Свой гарем под старость лет. Ну я, мало я не про гарем, я про молнию. Но смотри, он до нас не долетает. Соответственно, мы можем, в принципе, еще разочек бахнуть. Как-нибудь в другой жизни. Еще разочек бахнуть и только потом с ним схлестнуться. А там уже будет, извини, 50 вампиров. У нас скорость будет выше, я надеюсь. В общем, должно быть нормально. Ход в океала. Это очень важно.
по кому он будет стрелять. Если по кнутейщикам, то там пушка немножко закроет. Если по демонам, то эфриты. Все должно быть нормально. Туда-сюда. Ждет чего-то. Ждет. А он правда ждет. Правда ждет и лучшего момента. Ну ладно. Да, все записывается. Все хорошо. Мне кажется, у меня тут перевес. Ну смотри, у меня под 120 этих... Под 120 живой силы. При этом у них уровень-то выше. У кнутейщиков тех же. Кажется, будет нормально. Не, ну тут, наверное, никуда не надо-то. Я вот эфрита подставил. Я вот что. Ай, подождем тоже. Подождем немножко. Я думаю, что заклинательницы... Ну да, будут сейчас раскидываться со сладостью своей, слабостью. Ну вот, выстрелили с луком, конечно, да, золотым. 7,6. Нормально, нормально. Так. Этих мы... да, я почему-то изменил изначальные настройки, и теперь сейчас там очень здорово придет метеоритный дождь, или даже молния. Ну, посмотрим. Молитва? 15. Он быстрее нас. Он все сейчас пойдет на сближение, и мы больше не жахнем. И он еще и выпьет наши кровушки. Спокойствие, только спокойствие. Все будет нормально. Все будет хорошо. О, никакой крови. 1000 урона. 1000. 1000. Одного. Не, ну кого мог, того закусил. А шо, я же это, ну, не в институт-то не заканчивал. Вот кошу я, то трогу и шо. Печаль, печаль. Ну, здесь явно он в демонов пойдет. О-о-о. Так, мне кажется, это ошибка. У меня эфриты ходят первыми. Я этого клона не пропущу. Надо было молнии, мне кажется. А может, эти молнии-то и нет. А может, эти молнии-то и не было. Молния — это фикция. С другой стороны, заставляет меня снимать отмашку. А, надо было теми. Да, в принципе, надо. Все хорошо. Смотри. Мы сейчас делаем... Чё? Мы сейчас делаем снятие заклинаний, например. И он перестает первым ходить. Или можно сейчас сразу клоном как вырубиться. Да, например, сделать от адских отродий. И будет здорово. И будет прям хорошо. Давай закосим. Угу. Эти. Там, понимаешь, в чем дело? Эта штука, она, да, очень сильно броню попортит. Демонов отдаем на заклание. 106. Полные восстановили. Полные. Но ненадолго. Смотри, делай раз. Угу. Восстановить я вижу. Не страшно. Делай. Но вот тут либо первый ход, либо... Либо клон. Либо клон. Конечно, тут много очень. Защиты с нас сняли. Очень много. Кажется, надо клоном. Угу. Смотри. Раз. Два. Вот и снова. 66. Молодец. Эйк. Ходит. Ходит. Ходит, 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 ходит. Ну давай, удиви меня чем-нибудь красивым. Удиви. 15-17. То есть нам вот сейчас бы... Вот нам, понимаешь, и клон, и вот еще преимущество по скорости, и вот... Контрудар. Ну ты красавчик. Ну ты красавчик, конечно. Молодец, молодец. То есть это контрудар с молитвой. Чё, урона. 90 снова. Но... я думаю, это твой конец. Смотри. Смотри. Мы сейчас снимаем отмашку. Да, получается. Нет, сначала мы расколдовываем. Вот. Контрудар. Расколдовываем. Сняли отмашку. Стоп, все нормально. И теперь радостно влетаем. Следующий ход ходят демоны первые. Мы сколдуем ускорение. И все это будет... Что? Ой, ой! Контрудар! Я же снял от... Я же снял контрудар. Подожди, как? Я не мог затупить так. Почему? Что? И все там, все сходилось. У меня ускорение массовое. И я первым ходом, я его захлыстываю просто в щи. Подожди, я снял эфритами отмашку, правильно? Он меня укусил. До этого я снял с него все заклинания. Что произошло? Что произошло? Что за магия такая? Фрилайнер читерит опять. Интересно, слушайте, а кто знает, вдруг, да,
Памфизмик или еще что, расскажите, что произошло, потому что я искренне не понял. Я пересмотрю, конечно, может это. Может, я забыл что-то, я не знаю. Ну это капец. Ну а сейчас что уже делать-то? Что ты делать-то сейчас уже будешь? Что ты делать-то будешь уже? Все уже там. Нечего. Пожертвовать этих. Ну 44, кстати, можно будет пожертвовать, да, смотри. Да, смотри. Опа! Ха! Так вот. Они воскресли с разрушающим щитом. Ну это просто партия войдет в физмик. Класс, класс, класс. То есть, видишь, вот все, они после смерти сохранили свое вот это негативное заклятие. Черт побери. Кошмар, кошмар. Ну все, тут смотри, тут уже, да. Ам, так сказать. О, ну дьяволы, ну вот дьявол, вот. Ну, что-то не так. Ну, поражение, конечно, но что-то не так. Так, ну мне было очень интересно, я пересмотрел. То есть, смотри, вот Триландер накладывает контрудар. Вот он кусает, да, то есть это один и тот же раунд, это не на ожидании. Потом я снимаю с него все заклинания, в том числе контрудар. Только после этого я снимаю отмашку, да, ответную атаку. И вот почему-то он атакует еще раз. Интересно, очень интересно. Ничего не понятно, но госпожа удача улыбнулась Триландеру, кто я такой, чтобы с ней спорить. Схватка, на мой взгляд, вышла захватывающая, достаточно равная. Ну, я чуть-чуть вот засиделся в родной земле, но с другой стороны, как бы утопия 5 уровня, да, и без городского портала это объяснимо, что ты хочешь выйти, ну, более уверенно. Мне кажется, я еще вот чуть-чуть вот не раскрыл дипломатию, там 25 личей, помните, ко мне хотели присоединиться, или дюжина черных рыцарей, при этом тоже мертвяки, с них крови не напьешься, но не хватило времени все собрать. В общем, Триландер с возвращением, мой старый добрый друг. Спасибо, что посмотрели, огромная благодарность тем, кто поддерживает канал. До встречи, герои навсегда!